Здравствуй, зритель. Вот это вот заказ. Я тут уже два ролика слопал. Тут сет горячих роллов. Вообще он стоит, по-моему, 505 рублей. Нет, это весь заказ у меня вышел, 505 рублей. В общем, короче, он 400 с чем-то стоит. А это 90 стоило. Литр тут вишневый, кажется, морс. На самом деле, я ни разу вишневый морс не пила, и поэтому я ничего сказать не могу, но сладенькая такая водичка. Что я его так уже тут немножко попила. И вот тут это я как бы ем, да? И, короче, получилось так, что я внезапно совершенно, да, зритель, я тут пропала, понимаю, с 27 февраля на сегодняшний день всех женщин и всех, кто к ним себя причисляет с 8 марта, с гендерным днем, всех, кто меня смотрит. Хотелось бы сказать той части женщин, но у меня смотрит где-то 80 с чем-то процентов женщин, судя по аналитике. Так что, женщина, если ты меня смотришь, и даже просто смотришь, зрительница, если ты меня смотришь с 8 марта, если ты еще не подписана, хрен ли, подпишись. Вообще, это перезапись, потому что я записала ролик, но там была такая бумажечка. На ней написано было, помимо прочего, печатался мой адрес. И я сейчас, когда заливала ролик на YouTube, поняла, что его видно. Поэтому я просто вам покажу бумажечку. Вот, видите? Мясной пир подарок. С любовью, Такеши, с 8 марта. Короче, во-первых, очень быстро доставили заказ. Во-вторых, я не ожидала, что я по репостам. Впервые в жизни Лёля по репостам чего-то выиграла. Лёля впервые в жизни выиграла пиццу. Пиццу можно было выбрать. Все бы ничего, но заказ... В смысле, вот эту саму пиццу ты забираешь сам. Это наехать через весь город, пока доедешь. Пиццу заберешь, она остынет, пока доедешь до себя. Я решила, что вот можно заказать. Ну, узнала у них, можно заказать. Минимальная сумма, короче, на доставку, чтобы случилась доставка на дом. Вашего заказа вам надо набрать на 500 рупий. Минимальная сумма для бесплатной доставки. Иначе хрен вам. Ну и, в общем, в довесок была пицца. Я тоже кусочек схомячила. Пицца, мясной пир. На самом деле, я ее хотела сама купить. Ну, подумала, а вдруг? Совершенно без надежды подумала Лёля. Еще 6 числа подожду до конца 7-го. Если что, закажу себе. И внезапно так полезла в Такеши, в группу ВКонтакте, смотрю, а я в числе 8 победителей. Вот такие дела. Всех с 8 марта. Даже тех, кто мужик. Вдруг мужики тоже ее отмечают. В душе они чувствуют себя женщиной. Или поддерживают женщин. Всем такой вот внезапной удачи. Всем пока.